Тариф на воду поднять в два раза. Громкое заявление прозвучало сегодня в городском акимате в ходе совещания, посвященного вопросам модернизации и развития жилищно-коммунальной сферы. Идеологи новой концепции уверены, только такие меры позволят привести водопроводные сети населенных пунктов в идеальный порядок. Будет задан вопрос, согласны ли вы на то, чтобы это ведро воды стоило хотя бы 1 тенге. 10 литров – 1 тенге. А потребителю остается согласиться и пересмотреть свой взгляд на тарифную политику, чтобы через тариф оплачивать только затраты на содержание и эксплуатацию того нового, что построено сегодня и будет строиться в дальнейшем. По мнению господина Алпысбаева, повышение тарифа никоим образом не может отразиться на бюджете казахстанцев и даже не повлияет на стоимость продуктов. Например, вот все продукты питания. На сегодняшний день ни в одном продукте питания не применяется холодная питьевая вода из-под крана. Она применяется только на помывку. Если в объемном выражении, вот вы запросите у всех, это было сделано у всех субъектов, у всех хлебзаводов. Единственный, кто может, это в Республике Казахстан, один единственный завод находится в городе Алматы, дрожжевой, где в технологии применяется вода при изготовлении дрожжей. По кафе и так далее, мы вообще выяснили, что последний, как только появилась бутылированная вода, оказывается, при приготовлении пищи они вообще не пользуются водопроводной водой. Вычеркнуть из жизни своих кафе водопроводную воду предприниматели Шымкента не согласны. Говорят, такое возможно только на Западе. На юге при такой жаре на бутилированной воде вылетишь в убыток, уверен администратор кафе Халмурат. И так в месяц только за воду предприниматель платит баснословную сумму. Да, вот, используется на все, на еду, шурпа, манта, основная сейчас проходимость хорошая, смывка, пиво. И вот сами пользуемся. На месяц где-то около 6 тысяч оплачиваем. За воду, да. Между тем, в ТО «Водные ресурсы маркетинг» подсчитали, на восстановление и ремонт всех сетей водопроводного и канализационного хозяйства Шымкента необходимо не менее 50 миллиардов тенге. Заложить эту сумму в тариф нереально. Из существующего тарифа 41 тенге на ремонт и содержание сетей расходуется более 70%. В то же время более половины всех водопроводных и канализационных сетей города изношены и требуют замены. В настоящее время скрывать я не буду, ведется сдерживание тарифов, это есть, потому что это тоже социальный вопрос, поэтому для полного восстановления тариф не дается. Тариф, утверждение тарифа предварительно рассматривается на публичных слушаниях, значит, утверждаются нормативно-технические потери, нормы расходов сырых материалов, норматив численности. Вот после всех этих вопросов экспертный совет рассматривает, потом только принимается решение об увеличении тарифа. Концепцию улучшения водопровода в городе столичные гости сегодня презентовали и предложили людям обсудить. Время на раздумья не ограничили, но вряд ли шымкенцы восторженно согласятся платить огромные суммы за водопроводную воду и при этом покупать бутилированную, ведь 30-литровая бочка питьевой воды стоит 600 тенге.